소개합니다. 예. 친구야? 야, 해봐. 친구한테. 너? Всем привет-привет! Таро прогноз, гороскоп общий для Тхёна и Чингука, для нашей сладкой парочки. Надеюсь, вы посмотрели уже отдельно для Тхёна, отдельно для Чингука, а также сексуальный гороскоп. А также будет для парней ретроградный Меркурий запишу, потом далее с 1 по 16. Ну и вообще я вас балую различными видео, а также администраторы разбирают всякие супы, там, фесты и так далее, в общем, и это все будет для вашего просмотра. Доступно для вашего просмотра. Итак, совместный гороскоп 10 и 27. Важные даты для них. 10 декабря и 27 декабря. 10 декабря Венера входит в знак Козерога. Она голубушка в его третьем доме гороскопа. А третий дом гороскопа – это дом коммуникаций, общения. И тут сопоставим данные. Венера, третий дом, то есть много общения. Ну и у нас еще и там Меркурий порадует Тхёна. Он как бы захватывает и второй дом, и третий дом гороскопа. А Чингук наш в 10-м доме гороскопа, 10-я дробь 11-я дом. То есть как бы она будет так посередине. В общем, эти два дома, они отзеркаливают друг друга, чтобы вы понимали. То есть вот представляете, насколько астрологически у них звезды, как говорится, сошлись, да? Что важное в декабре для них будет? У них четко просматривается две поездки в декабре совместных. Общий бизнес какой-то, да, и связь с этим бизнесом очень тесная. Это какая-то информация, это статьи какие-то. И, знаете, поездка вроде бы по делам, но она, знаете, как... Вроде бы дела, и вот, да, дела будут, дела, но и в то же время это отдых. То есть дела, дроп, отдых. Ну и вот, как я сказала, бизнес. Вот вы знаете, у них у двоих бизнес. У них, я так думаю, есть совместный бизнес, потому что если так, в общем, астрология об этом говорит, да, то разве я поспорю с ней? В общем, бизнес и вся тема вокруг этого. Ну и понятно, ребята уходят в армию, и, в общем, естественно, финансов, они миллионеры, и здесь, в общем, нужно как бы приложить особое, уделить внимание, да, тем более, если вы посмотрите, я уже записала гороскопы лично на них, то, в принципе, особенно у Тхёна, вот именно эта часть прослеживается. Так вот, 10 число, это прям вот девиз, любовь, приключения. Я хочу сказать, что астрологически, если я называю ключевая дата 10, то но мы должны брать в расчет 9 и 11 число, потому что здесь что-то входит в дом, какие-то планеты, какие-то выходят из дома гороскопа, да, вот идет в течение суток перемещение, поэтому здесь может быть что-то раньше проиграться, что-то позже проиграться, на это я обращаю ваше внимание. Девиз я уже сказала, какой у них, да, любовь, приключения, и здесь, например, вот им ясно, и нам тоже, вслушайтесь в это, что я скажу, что никогда они не смогут пережить хорошие времена без того, чтобы не пережить плохие времена. Понимаете, да? То есть для того, чтобы что-то хорошее пережить, да, в своей жизни, нужно и вкусить, в общем, и плохое, в общем. Так. Украшения, аксессуары, одежда, социум, маленький, большой социум. И что это, да? Возможно, какой-то показ, показы, семья, общение и события. В общем, вот эти фразы, да, мы когда 9, 10, 11, и мы тогда вот
послушаем вот эти слова и думаем, о, блин, и правда, вот это и было. То есть я не могу конкретно сказать вам, это нужно вообще настолько детально смотреть. Я уже говорила о том, что это может занять очень много времени, вообще страницы, страницы, описание этого. Говорю всегда ключевое, а потом мы анализируем, смотрим и ага, вот это было, это было, это было, в общем. Так вот, вернемся к домам. Третий дом и одиннадцатый дом, чтобы вы понимали, они очень тесно связаны. Это синхронность, отзеркаливание. Ну, например, в течение декабря месяц возьмем, да, это, например, ты мне, я тебе, в общем, кто-то активнее, кто-то пассивнее. Ну, вот, например, шутка, кто-то сверху, кто-то снизу. Вспомните интервью Чунгука и улыбнитесь. Общение. Очень тесное общение с друг с другом, да? И вспомните Тэхёна, общий гороскоп, планы вытаскивать силой. В основном это ляжет на плечи Чунгука. То есть, например, вот смотрите, астрологически у Тэхёна, он в 12-м доме гороскопа, а это такой дом, знаете... Он, это вообще там правитель, планета правит, Нептун. Нептун – это планета всегда каких-то границ, да? Расширение границ, уменьшение границ. Это какие-то там, ну, помимо того, что это вот просто мелкая там фобия, страхи, там зависимость и так далее, это глобальные какие-то масштабные изменения, да, в жизни могут быть человек. А так, если вообще на какие-то события, это может быть там катастрофа, ну, там военные действия, это может быть ураган, это может быть наводнение и все. Нептун — планета вообще расширений. А также Нептун очень тесно связан с путешествиями, какими-то приключениями. И вообще 12-й дом гороскопа очень тесно связан дом с любовью, в общем, да, с отношениями и так далее. И прям два слова напрашиваются. Любовные приключения, в общем, да. Дамы, закройте рты. У него, конечно, вот в декабре месяце, я имею в виду у Чунгука, будет повышенное внимание от женского пола, да? Но он занят, я напоминаю. Я вам напомню, Чунгук сам сказал, что его сердечко занято. Его сердце занято. Так как я говорила о качелях в делах, в общем, да, в каких-то делах, то особое внимание финансам. Ну, и все они будут, ну, и Тэхён, и Чунгук в делах, в заботах, особенно это у Чунгука, в общем, будет проигрываться, домашние дела, хлопоты и так далее, наш хозяйственный макне. У Тэхёна, в общем, я говорила, что Венера в 11-м доме гороскопа, вообще 11-й дом гороскопа, когда там Венера, то это... Веселье, шумное веселье, это праздник, активная социальная жизнь, много общения. Ну, например, смотрите, может такая проиграться даже, вот я смотрела астрологически, может проиграться, что он у кого-то побывает на свадьбе, или кого-то поздравит с бракосочетанием, или еще чего. Возможно, это армию он поздравит. А возможно, допустим, действительно он там своих, у своих друзей побывает на свадьбе. Ну, вот астрологически... Вот это всплыло. Так, будь поздравлять, узнаем у второй половинки, а мы знаем у кого, я сейчас от Тэхёна, да? Ну, например, смотрите, что-то связано с карьерой, а именно в сторону повышения. Вот сказать бы, он уходит в армию, а возможно, это и есть, в общем, вы, если посмотрите гороскоп, там я на каждого, да, делала гороскоп, и я намекала на то, что, допустим, он там говорил, ну, как бы есть там такое значение, что типа... Я прям его запомнила, что типа он сейчас еще маленький, ему дорасти надо до чего-то значимого. И, возможно, это имеется в виду, да. Ну, повышение, да. Вот это как на
внутреннем таком состоянии, да, вот повышение, да, а также, например, вот что-то связанное с бизнесом, не знаю, что бы это такое могло быть, вот что-то именно внутри компании, скажем, да. Новый статус. А новый статус — это вот пошел в армию, новый статус, да. Я сейчас о половинке Тэхёна, да, то бишь о Чонгуке, в общем, да. Здесь как бы вот новый статус, это может быть и в домашних каких-то делах, да, Тэхён его повысит, да, вот, а также может быть вот и что касается бизнеса. У Тэхёна встреча с какой-то женщиной. Эта женщина, я вам скажу, так как он в 12-м доме гороскопа, она может быть связана с прошлым. Она уже могла, то есть уже связь есть, имеет место быть, возможно, да. Я не могу об этом сказать, потому что астрологически прямо это вот четко прослеживается, да. И вот эта женщина, она очень важную роль сыграет в его будущем, например, да. А, то есть это надолго. Это вот, например, смотрите как. Была женщина-продюсер, да, и сольный альбом. И то есть мы об этой женщине, сколько будет сольный альбом, сколько будет Тэхён, сколько будет эта женщина. Понимали, да? Чтобы вы понимали, что за женщина возникнет. Вообще, если бы там, допустим, Тэхён не был в паре с Чонгуком, я бы сказала, что он встретит свою половинку, да. Здесь, в общем, что касается финансов, в общем, крупный выигрыш какой-то. И мы слышали вот это, идет байда по поводу продаж акций и так далее. Возможно, они их продадут, да, сделка состоится, потому что и у Тэхёна, так и у Чонгука крупные финансовые поступления, в общем, да. Так, я немножко отошла, а теперь 27 декабря. Будет сильно влиять 28 декабря, чтобы вы понимали. То есть 27 декабря, а влияет на 27 декабря 28 почему-то, да? То есть следующий день. Чонгука, Венера в этот период будет находиться в 7-м, дробь в 8-м доме гороскопа. А это, в общем, дом отношений, партнерства. И, допустим, 8-й дом гороскопа – это вообще, с одной стороны, такой тяжелый дом, то есть влияние извне какое-то, но партнерство, да, и, возможно, здесь партнерство с кем-то, вот, что касается именно 27-го. Возможно, это и есть дата его ухода в армию или еще чего-то, я не знаю, в общем, да. Но это именно 7-й, а, кстати, 8-й дом – это, по 8-му дому это может быть служба, да. Дальше. А Тэхён, у Тэхёна Венера в это время в 11-м дробь 12-м. То есть она уже перемещается, Венера, с 10-го дробь 11-го дома и уже продвигается к 12-му дому. Пересечение у них по 2-му, 3-му дому. То есть, опять же, дом и общение. И в этом 2-м, 3-м доме там Юпитер планета. Это планета подарков, сюрпризов каких-то. А еще фортуна. То есть реально, в общем, смотрите, это как для них двоих будет очень значимая дата. Я не знаю, что бы это могло быть, но это для них очень будет значимо. А еще там планета революции у нас, Уран, да, оппозиция. И, знаете, с одной стороны, вообще Уран хорошая планета, да, но с другой стороны будут своего рода, ну, например, что сказать, какие-то ограничения, какие-то приступы. Плюсы мы их увидим примерных, да, допустим, да, покажут каких-то примерных, хорошеньких и все на свете. Но здесь опять что-то будет, знаете, закулисное, в общем, да. Ну, например, и будет желание показать свои чувства на публику. Вот это будет прослеживаться. А почему? Потому что влюблены, в общем, да. Вот прям вот четко, да, астрология говорит об этом. И хотя нужно было бы, я вот четко проследила показания астрологические, там, Венеры, да, и Нептун же, да, и это говорит о том, что наоборот надо скрыться, да, затаиться. Но желание будет вот, в общем, показать свои чувства на публику.
Скажем, нужно контролировать, астрологический совет, нужно контролировать свои чувства и так далее, но желание будет совершенно другое. Если, знаете, вот даже астрология говорит о том, что контролируйте свои эмоции, а это, в свою очередь, благоприятно скажется на дальнейших чувствах, да, в отношениях, то есть сохранить вот на длительное время. А еще сохранить на длительное время то, что, допустим, будет сделано в декабре. Да, я как-то сказала где-то в гороскопе в каком-то, да, по-моему, когда делала на них одних, да, об этом говорила. Ну, что ключевое, в общем, я скажу, умело, оригинально, цель, изменение, социальный статус, общение, социум, интернет, ТВ, программы. Вот то ключевое, что, в общем, всплывает астрологически. По поводу дат, у Тхёна, в общем, даты 1, 6, 10, 14, 18, 22 и 27. Я напомню, что будут еще два гороскопа, с 1 по 16, 17 по 31. А у Чингука благоприятные даты 5, 10, 16, 21, 27 и 30. Ну и также и для Чингука сделаю. Вот Чунгуку, видите, с одной стороны, это где-то карта вот перекрестка, да, дороги, дорога. С другой стороны, это, в общем, известия какие-то, да. И, кстати, я на него делала сейчас расклад, в общем, и семерка жезлов у него там вышла, и здесь она вышла, да. Тройка чаш. Вообще, я скажу, вот карты вышли, возможно, лайфа совместного с кем-то. И так как, смотрите, ну, сначала Таро, потом по этим картам, скажу просто события и на отношения, потому что это у нас на отношения отдельные гороскопы на YouTube-канале. Вообще, восьмерка жезлов – это карта внезапных перемен. События и вообще, и вот, кстати, как все переплетается, да, везде в тех гороскопах, которые я сейчас делала, все говорит о том, что вот это событие вообще в корне меняет взгляд на жизнь. И здесь, например, посещение, карта возможно с посещением, с поездками, карта отправиться куда-то, да, и вот смотрите, здесь отправиться, да. Ну, вообще диспатч там выложили какую-то информацию, что Чунгук с Чимином куда-то летят, да, еще не ясно, летят они, летят и так далее, ну, это я сегодня, в общем, вам рассказываю свежие новости. Вообще, на отношения очень хорошая карта, это карта взаимопонимания, согласия, вообще интересная жизнь. И если мы посмотрим, и эти карты также говорят об этом, да, особенно вот эта тройка чаш, эта карта, вот смотрите, здесь прям семья нарисована. И, скажем, вот этот круг, это может быть и семья, и друзья, и близкие, и так далее. Это приятное общение со всеми, да. Вот отношения, восьмерка жезлов, это карта на отношения всегда развития. Ну, жезлы, во-первых, да, это реально карта действий и развития. И удивляя, вот прям четко такое значение есть, удивляя неожиданными какими-то сюрпризами и открытиями. Вот запомните это, да, потому что вот эта тройка чаш, она говорит о... Эта карта очень тесно, это результативная карта, и она очень, очень тесно связана с проведением каких-то мероприятий, да. И это будет, карты говорят. Знаете, вот вышли карты, реальные отношения, да, вот, скажем. Это отношения, в общем, что-то новое в отношениях, а это что-то уходит, ну, перемены какие-то в отношениях. Вышли карты любви, отношений и так далее. И еще и у нас вышел амурчик здесь, понимаете? О чем говорит эта карта? То есть мы видим, да, стрела здесь, и смотрите, здесь напористо, напористо, и здесь напористо, да, вот. Вообще, вот видите, как карты выходят. Одно неверное движение, и все, взрыв, в общем, да. То есть ситуация, та, что происходит, накалена, в общем, да. То есть карты говорят об осторожности какой-то.
То есть не нужно, в общем, никаких решительных действий проявлять. Вот об этом карта говорит. Потому что есть четкий путь в отношениях, и надо этого придерживаться, потому что карта говорит, на правильном пути, что бы это ни было, в общем. Конечно, карта связана очень тесно с планами, посмотреть их, пересмотреть их, там, да, подкорректировать. Но карта всегда связана с будущим, да, что там впереди. И карта фокуса, и вообще карта хорошего периода времени, да, мы же там на декабре, в общем, и карты говорят, что... А еще карты говорят о начале какого-то нового проекта. Ну, вот они же идут в армию, да, и вот новый проект. Новый проект – это армия, в общем, да. Вот, ну так. Вот эта карта говорит о здоровых привычках. В этой карте есть значение. И вот, например, это может карта говорить о том, что... Смотрите, обязательно ретроградный Меркурий, да, вот будет видео. И это вернуться к чему-то, да, вернуться по ретроградному Меркурию, вернуться к здоровому образу жизни, к здоровому питанию, в общем... Подходящее время для чего-то не было бы, да. И здесь карты позаботятся о себе, вот прям все карты. О партнере. И здесь, например, если просто на быт, сходить там, например, в салон красоты, сделать депиляцию, там, еще чего-то, уделить себе времени очень много. И вот знаете, хоть в этой карте есть какие-то планы, да, планы там подкорректировать, там на будущее и так далее, но вот эта карта, она также говорит, что не надо обнадеживаться, в общем, да, это обманчивое ощущение, потому что вот эта ситуация, которая сейчас будет происходить, вот по этой карте, она краткая, да, точно, ну, в общем, скажем, на тот период смена Луны, Дева, да, новолуние в Деве, в общем. Что хочу сказать, вот почему я на нее обратила внимание такое особо. Это, например, по этой карте, как я говорила, уже здесь распорядки, там смена, да, чего-то, образа жизни, распорядка. Да. И эта карта говорит об этом же, да. Эта карта, знаете, она называется вообще значение ее убегание от какой-то ситуации, да, но все заблокировано, да, убежать некуда, в общем. И здесь, знаете, карта, меньше спрашивая, кто для тебя что может сделать вообще, да, больше думая о том, в общем, что ты можешь сделать для кого-то. И я так, вот сколько-сколько я про Чунгука, в общем, там записала и сказала, и карта об этом говорит, что он будет, в общем, очень много уделять всем внимания, то есть одаривать всех, заботиться, вот. Очень много будет делать что-то для других, в общем, да. Ну, так как у нас отношения, в общем, совместный гороскоп. Но я отдельно тоже, и вот и Хён, и сказала Чунгук, ну, в общем, карта говорит о том, что он будет прям очень сильно заботиться о партнере, одаривать его и так далее. Карты полезности, как, в общем, для себя что-то полезное, а также и для других, в общем, да. Ну, то есть... Речь идет о любви, да, окажи больше любви, вот, например, тому человеку, вот есть значение такое в этой карте, который рядом с тобой, да, надежный тот человек, и больше для него, в общем, знаков внимания. Но карта связана с новолунием, да, вот новолуние. И вот именно для Чунгука, я так понимаю, что эта карта вышла не случайно, потому что это... Дева, в общем, она может говорить о время подвести итоги в данной какой-то ситуации, речь вообще о какой-то ситуации, да, и, в общем, двигаться дальше, да. Ну, и как бы очень тесно карта связана с изменением, там, распорядка дня и все. Ну, не знаю, когда он там пойдет в декабре в армию или... Ну, вот, в общем, смотрите, достаю сколько карт. Вообще карты говорят о том, что он будет заниматься какими-то праздниками, подготовкой, еще там поездки, там, да, вот, с Тахионом у них там прям
четко астрологические две поездки. Ну, и, допустим, если там это начало декабря, то, в общем, причем здесь конец-то декабря. Я не знаю, как у них там процесс зачисления этот происходит. Возможно, будет несколько там процессов каких-то или еще. Я вообще не знаю, как. Не буду я ничего здесь придумывать и притягивать. В общем, но у него как бы вот даже здесь говорит, что у него в декабре уже какие-то изменения там, да, и распорядок дня, и новые правила, там еще чего-то, да. Но с другой стороны, вот эта карта говорит, что вот, например, много-много еще будет дел каких-то делать, да, что-то будет завершать, в общем, да. Понятно, что карта много вышла начала какого-то, да, но, в принципе, и много завершения карт. Ну, а также и карта еще и позаботится о себе, да. И вот я сделала там на каждого гороскопе, там ему карта Чингуку вышла такая, да, в спортзале стоит такое. Дама там тело подтянутое. И вот, в общем, они, вот видите, как я делаю сегодня много раскладов, и карты все переплетаются. И то есть, в принципе, везде значения астрологические одни и те же в картах, да, проскальзывают. Посмотрим, что будет. Спасибо вам за поддержку. Пока-пока.